Ростов и Ростов, потому что был они заиграли, и полетели шапочкой в Ленинграде. И никто, короче, не дал, и они вышли. Двери закрываются. Следующая станция – технологический институт. Технологический институт – моя следующая станция, короче. Это переход на синюю ветку, да, сейчас будет? Технологический институт, переход на синюю ветку. Они, короче, вообще не разговаривают со мной. Ну, то есть, смотрят на тебя, когда ты задаешь вопрос, а они не отвечают вообще. Ну, хуй его знает. Вы туда найдете? А, вот уже синяя, да? Вообще нормально. И тут я уже не ошиблюсь, да? То есть до звездной еду и все, да? Вот, мы все технологически. Предпоследняя. Так. Короче, до звездной это... Так, а мы сейчас станция технологический, короче, институт. Вот синяя ветка. Так, надо найти, где мне посидеть. Я не хочу так долго стоять. Так. Так, я беременная женщина. Все равно меня не пустили. Придется стоять. Говорят же, беременную женщину пропускать, но меня не пропустили.
посидеть. Он на всех. О, ништяк. Он уже скинул три раза, но все равно. Молодчушка, интересно.